В городе Бежецк Тверской области погибла семья из трех человек. По этому факту в региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Тела 32-летних женщины и мужчины, а также 9-летней девочки обнаружены в квартире жилого дома по переулку Воздвиженский города Бежецк. Первым отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в квартире дома, расположенного по переулку Воздвиженский города Бежецка, девочки 2012 года рождения, ее матери и супруга женщины. Следователями и криминалистами Следственного комитета, сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, продолжают допрашиваться очевидцы и свидетели. По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела. В ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. 15 сентября Заволжский районный суд города Твери. В этом зале судебного заседания оглашается приговор пятерым жителям Твери, обвиняемым в серии краж на территории областной столицы. Менее чем за год подсудимые совершили свыше 60 краж из гаражных кооперативов и многоэтажек. Сумма похищенного превысила 4 миллиона рублей. Установлено, что в период с 1 апреля 2019 года по 27 апреля-марта 2020 года они совершили 61 хищение на территории города Твери на сумму свыше 4 миллионов рублей. В судебном заседании установлено, что они похищали имущество из гаражей, в гаражных кооперативах, находящихся на территории города Твери, а также велосипеды, оставленные в подъездах многоквартирных домов. Прокуратура ориентировала суд на назначение наказания в виде лишения свободы в отношении всех фигурантов уголовного дела на срок от 1 до 8 лет лишения свободы. Также суд был ориентирован на удовлетворение исковых требований, заявленных потерпевшими. Объектом преступного посягательства стали автомобильные колеса, подшипники, запчасти, оставленные в подъездах многоэтажек велосипеды. Банду задержали сотрудники управления уголовного розыска регионального ОМВД. Четверо подсудимых официально безработные. Один работал в такси. Из пяти фигурантов уголовного дела двое были признаны рецидивистами, а один был признан особо опасным рецидивистом. Этот факт повлиял на вердикт суда. Судом было назначено наказание в отношении фигурантов уголовного дела от 1 года исправительных работ до 5 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.